Всем привет! Представляю новый турецкий сериал под названием «Золотая клетка». В основу сериала легла история молодой девушки по имени Зайнеп, чей мир переплетается с миром другой женщины. Берет свое начало история в ярком Стамбуле, где героиня живет со своими родителями и младшей сестрой. У девушки очень спокойная и, можно сказать, беззаботная жизнь. Главная героиня истории работает официанткой в одном из стамбульских кафе. Девушка прекрасно знает о своей красоте и поэтому мечтает стать моделью. Ее цель – покорить все подиумы мира. Но пока что она может покорять только столики. Но в один день жизни девушки суждено кардинально измениться. Жизнь сведет ее с богатым и успешным мужчиной по имени Халид Сойдере. Он является очень успешным бизнесменом, и молодая особа ему приглянулась. Он предлагает ей работу в своем особняке в роли няни для его ребенка. Недолго думая, она соглашается. Но Зайнеп даже не подозревает о том, какие изменения случатся в ее жизни, и что она станет жертвой коварных планов мужчины и его жены Евсун. Наивная и молодая Зайнеп не была готова к таким испытаниям своей жизни, но ей нужно будет пройти его с высокоподнятой головой. Евсун увидит в девушке только врага для себя, и поэтому всеми силами будет пытаться изжить девушку. Сама она вышла за Халита только из-за его денег и власти, которую могла получить. Она очень боится, что девушка займет ее место в доме. История сериала «Золотая клетка» – это захватывающая и очень эмоциональная картина о большой любви. На ее пути встанут такие вещи, как предательство и месть. Но в конце может быть и искупление. История обещает держать напряжение от начала до самого конца. Премьера турецкого сериала «Золотая клетка» запланирована на декабрь 2023 года. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.